Необходимая профилактика. Сотрудники отделения надзорной деятельности по Сургутскому району проверили газовое оборудование в частных домах. Основной упор сделан на предотвращение взрывов и отравление пропаном и метаном. Мероприятия по предупреждению утечек проводятся не только сотрудниками МЧС, но и представителями администрации, служб соцзащиты и добровольными пожарными формированиями. Во время осмотра специалисты провели беседы по приведению жилья в пожаробезопасное состояние. Напомнили правила эксплуатации электроприборов, газового и печного оборудования. Особое внимание уделили домам, где живут многодетные семьи. Мы проводим данную работу практически со всеми жителями Сургутского района, но основной упор делаем на семьи, многодетные семьи, так как, чтобы обезопасить детей, то есть разъяснить еще раз родителям о том, что нельзя допускать газовое оборудование детей, чтобы не случилось какой-то чрезвычайной ситуации.